разведают информацию о том, что будет делать враг, чтобы на них не напали. Военные разведчики разведают врагов, чтобы на них не напали. И они исследуют всякую информацию, ищут, чтобы на них не напал враг. Они разведают план врага и стараются сделать так, чтобы этот план не совершился. Они тихо стараются пробираться на чужую базу врага, чтобы узнать их план. Военные разведчики разведывают информацию, чтобы сообщить русским генералам, чтобы они улучшали свою военную оборону. Рассказывают своим союзникам, и союзники должны сделать так, чтобы враги не смогли их победить. Чтобы узнать идею чужих, что они запланировали, чтобы выиграть. Разведчики – это те, кто ходят по чужим базам и разведывают, нет ли поблизости врагов, чтобы их не убили. Военные разведчики разведывают план врага, чтобы укрепить свою самооборону. Они разведывают, чтобы, когда враг задумал что-то, враги проберутся на базу добрых, а добрые приготовят самооборону. Сколько танков, сколько самолетов, чтобы посмотреть, сколько им расставить, сколько больше. –